В уезде Ают в центре Румынии прошел 12-й международный фестиваль фольклора. В нем приняли участие 300 танцоров из 9 стран. Мексиканские гитары, греческие флейты, чешские скрипки звучали на улицах Аюда. В последний день шоу проходит парад традиционных костюмов и гала-концерт лауреатов. Идея организовать фестиваль в Трансильвании принадлежит местному фольклорному ансамблю «Дойна Айдулуи», который принимал участие во многих международных мероприятиях по всей Европе. В первое время гостями фестиваля были фольклорные ансамбли из стран, где выступала группа. Затем география приглашений расширилась, и программа меняется каждый год.